Кубком наций. А, нет, перед этим. Перед Кубком производителей. Мы на Audi. Все, я лидировал. Тренировки два круга проехал. Показал лучшее время. Ну вот этот австралиец. Взял и на секунду меня еще перекрыл. На секунду, твою мать. Конечно, я не собрал тут ничего, но, блин, остальным-то я вез еще секунды. Выход был очень плохой. Мне может помочь только слепстрим. Сейчас от испанца. Только слепстрим от испанца. Внимательно, пораньше. Плохо. Было тормозить чуть-чуть пораньше. Я предлагаю, что тут вот австралиец, он сверхбыстрый, блядь. Да уж, блядь, с такими-то покажешь тут время, блядь. Ну, какое-то время покажем. 39, ну... Я не покажу только время сейчас. 39, 40. А вот сейчас... Thank you.
ошибся. Ошибся. Чуть улучшил, ну блин. Вот там не ошибся бы, сейчас я был бы. Ну один хуй я бы был. Позади них. Так и был бы на третьем месте. Сейчас посмотрим, сейчас одну гоночку проедем. Посмотрим, как оно, что тут с этим с тактикой. Старт сходу или не сходу, я не знаю. Сходу, по-моему, старт, да? Старт сходу. Давайте включим сразу эту плеть. Ну что, едем, нет? С кругов. Сколько там, когда пистоп, не знаю. Поехали. Лиц. Ребята, мы не стоим и преследуем оплюсника. Грязновато. Thank you.
Видимо, на топливо он... Он явно экономит топливо. Все равно это приятно. Не так. Почему? А плюсник отстает. Я думаю, тут дело как-нибудь экономии топлива. Здесь я регулярно хуже прохожу. Напрямую он от меня отстает. 4 круга. Он, наверное, хочет поехать без пит-стопа. Посмотрим. Если регулярно быстрее. Всегда. Полторы секунды он так и держит. Или у него резина прогревается медленнее, не знаю. В сути, как бы... Топливо не должно
хуй знаю, блядь, что делать. Ну, пока посмотрим, так вот. И так и держимся. Да, вот эти все признаки говорят о том, народ-то он умеет проходить лучше, но он экономит по лечу, я не понимаю. Да, придется спить есть, по-любому. Да, он меня нагнал. Что он экономит топливо. Он экономит топливо. Но если он экономит топливо, резина-то у него уйдет. Он хочет дозаправиться, а не перебываться, но это не так много.
А, ну да заправимся, а что делать? Нужно и пораньше, блядь, было сделать. То сейчас у нас резина свежая, а у него-то пиздец резине, блядь. Да что? За что? Или он вообще без пистопа поедет? Не, ну я не знаю, как уже без пистопа приходит. Имеет такой темп. Да, конечно, за 5 кругов не отыграть 15 секунд. Это потеря 15 секунд. Ну да. Может быть, выгонять без пистопа. Ну хрен его знает. Ехать там. А смысл какой? Останавливаться позже? Да, он без пидстопа. Да надо отрываться, блядь, на 15 секунд. Я думаю, что я, блядь, от него отрываюсь? А он топливо экономит. Thank you.
Рафикс. И главное, я тебя догнать-то его не могу. У него, блядь, резина, резине пиздец. Экономит топливо, блядь. Может, он уже столько его наэкономил, что он сейчас может в полик ехать, но с другой стороны у него резине пиздец. Что так хорошо умеет резину экономить. Уезжаем. До финиша остается 2 круга. Сейчас надо внимательно сейчас быть. Вытаскивает все равно, сука. Быстро не могу. Надо меньше ошибаться. Он резко потерял в темпе. Стоит разок ошибиться. Все. Да, без пидстопа он. Красавчик. Пять секунд я отыграл. Лишь 5. Да, 10,6. Топливо тиков. Неужели у него хватит топлива? Мне хватило 10,7. 11, да? А, ну это у меня это прав. Остальных там ушатали, блин. Это
австралиец он. А плюс... Вот мой куришь на 7-м месте. Ричард. 9 секунд. 8. А ему штраф 2 секунды. 2 секунды штраф. А? Штраф где-то он нахватал. Я-то нахватал на пистопе. Минута 11. Да. Второе место. Одна позиция отыграна, лучший круг. Ну так, ладно, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи, всем пока.